Всех приветствую! Вы на канале Школы Вязания Наша Пряжа. В сегодняшнем видео мы свяжем вот такие с вами пинетки-сапожки, достаточно высокие, с манжетом, узором плетенка. Обязательно, кому нужно завязки, у нас есть здесь ажурный ряд для вставки завязок и украшены вот таким цветочком. Значит, пинетки выполняются не по кругу, а прямыми и поворотными рядами. Набираются вот петельки на подошве. Вот прибавки, затем убавки, вот все делается, меняется как цвета нити и довязывается манжет. Вот с такого полотна мы и свяжем пинеточки. Девочки, мой размер 6 месяцев. Если вам нужен другой размер, смотрите описание другого размера на сайте. На сайте есть описание на все размеры. Вязать все я буду из пряжи Alize Baby Wool. Значит, это детская шерсть по составу. 40% шерсти, 40% акрила, 20% бамбука, 50 грамм, 175 метров. Так, начинаю я с розового цвета, код 33, ярко-розовый. Затем немножко мне нужно будет вот такого цвет молока, 0,1. И я взяла не то серый, который отдает немножко фиолетовым. Он очень хорошо мне сочетается с розовым, видите? Он реально вот так и отдает фиолетовым. Код вот этого цвета 119. Также спицы. Спицы мне нужны 3,5 мм. Спицы на леске. Так, вязание начинаем из нити розового цвета. Всегда я буду вязать нитью в два сложения. То есть я беру нить два сложения. Круговые спицы. И набираю для своего размера 35 петелек. Вот так, на 2 спицы. Набирать петли буду классическим способом. Вот это уже 2 петли. 3, 4, 5, 6, 7 и так дальше. 35 петель я набираю. Так, набрано у меня 35 петель. Так, первый ряд. Лицевая сторона вязания. Кромку я снимаю. Все петли провязываю лицевыми. Каждая петля у меня провязывается лицевой вот до конца ряда, до последней петельки. Вот так до конца ряда я провязываю все петли лицевыми. Вот у меня сейчас предпоследняя лицевая и кромку я вяжу изнаночной петлей. Значит, вот такой у нас первый ряд. Работу поворачиваем. Второй ряд с изнаночной стороны. С изнаночной стороны мы будем прибавлять петли. Первую петлю я снимаю прибавление по направлению влево. Правой спицей я достаю ниточку из протяжки. Вот. Одеваю ее на левую спицу и провязываю лицевой за заднюю стенку. Прибавлена одна петля с уклоном влево. Дальше вяжу 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Так, теперь прибавка с уклоном вправо. Теперь левой спицы я достаю ниточку из протяжки. Смотрите, правая стенка у меня находится сзади, а левая спереди. Провязываю лицевой за переднюю стенку. Это прибавка с уклоном вправо. Дальше вот эта петелька, это центральная петля, я ее провязываю лицевой. Делаю прибавку с другой стороны с уклоном влево. Для этого правой спицы подхватываю ниточку из протяжки, одеваю на левую спицу. Здесь обратите внимание, вот правая стенка, она спереди, а левая вот она сзади. Я всегда провязываю за левую стенку лицевой, если хочу прибавить петлю. Получила прибавление с уклоном влево. Снова 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Перед кромкой я делаю прибавку с уклоном вправо. Подхватываю левой спицей ниточку из протяжки. Снова правая стенка у нас спереди, сзади, а вот левая спереди. Провязываю лицевой за переднюю стенку и кромку я вяжу изнаночной петлей.
Это у нас был второй ряд, и вдоль второго ряда мы прибавили 4 петли. Теперь повернуть вязание. С лицевой стороны все ряды будем вязать просто лицевыми. То есть первую петельку я сняла и все петли провязываю лицевыми до конца ряда. Сейчас это у меня третий ряд. В конце третьего ряда, вот я довязываю лицевыми, кромку мы вяжем изнаночной петлей. Так, с изнаночной стороны снова делаем прибавки. Это будет четвертый ряд, изнаночная сторона. Снять первую петлю. Так, дальше теперь я провязываю одну лицевую, это та, которую я прибавила в предыдущем ряду, и тогда уже прибавка с уклоном влево. Правой спицы достаю ниточку из протяжки, одеваю на левую спицу, провязываю лицевой за заднюю стенку. Здесь неизменно 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 16 лицевых петель. Теперь у нас 3 центральных. Перед ними делаю прибавку с уклоном вправо. Левой спицы достаю нить из протяжки и провязываю лицевой за левую стенку. Центральные 3 петли провязываю как 3 лицевые. После них прибавка с уклоном влево, правой спицей достаю ниточку из протяжки, провязываю лицевой за заднюю стенку. 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Остается 2 петли, прибавка с уклоном вправо. Левой спицей поэтому достаю петельку, провязываю лицевой за переднюю стенку, затем еще одна лицевая, кромку я вяжу изнаночной петлей. Такой у нас был четвертый ряд. Снова мы прибавили 4 петельки. Работу поворачиваем. С лицевой стороны пятый ряд, первую петлю снять и все петли провязываем лицевыми вот до конца ряда. Все петельки я провязываю лицевыми. Вот я лицевыми довязываю до последней петли и последнюю провязываю изнаночной петлей. Это у нас был пятый ряд. Работу поворачиваем. Шестой ряд, изнаночная сторона. Продолжаем делать прибавки. Первую петлю снимаем. Теперь я вяжу 2 лицевые. А уже после них прибавка с уклоном влево. Правой спицы достала петельку, провязала лицевой за заднюю стенку. 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Дальше у нас здесь по центру уже 5 петелек, перед и за прибавка. Прибавка с уклоном вправо сначала, левой спицы достала ниточку из протяжки, провязала лицевой за переднюю стенку. Дальше 5 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 5. Прибавка с уклоном влево, достала правой спицы ниточку из протяжки, провязала лицевой за заднюю стенку. И довязываем лицевыми. Это 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Должно остаться 3 петли. Делаю прибавку с уклоном вправо, левой спицей достала ниточку из протяжки, провязываю лицевой. Так, растянуть немножко, чтобы провязать лицевой за переднюю стенку. Тогда еще 2 лицевые и кромку я вяжу изнаночной петлей. Это у меня был 6 ряд. Поворачиваем вязание, 7 ряд. Так, в 7 ряду первую петлю снимаем и каждую петельку провязываем просто лицевой петлей. Вот и так я вяжу лицевыми до конца ряда. Все петли просто лицевыми. Последнюю кромку я вяжу изнаночной петлей. Это у нас был 7 ряд. Так, работу теперь разворачиваем.
восьмой ряд последней прибавки для нашей подошвы. Итак, первую петлю снимаем. Теперь я вяжу 3 лицевые в начале. 1, 2, 3. Выполняю прибавку с уклоном влево. Правой спицы подхватила ниточку из протяжки, лицевой провязала за заднюю стенку 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Так, по центру у нас уже 7 петелек. До них прибавка с уклоном вправо. Левой спицей подхватываю ниточку из протяжки, провязываю лицевой за переднюю стенку. Дальше 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Прибавка с уклоном влево. Правой спицей подхватила ниточку из протяжки, провязала лицевой за заднюю стенку. 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Прибавка с уклоном вправо, это левой спицы подхватила ниточку из протяжки, провязала лицевой. Так, вот так, лицевой за переднюю стенку. В конце у нас 4 петельки, это 3 лицевые, и кромку я вяжу изнаночной петлей. Вот эти 8 рядов, это наша подошва. Так, сейчас высота подошвы у нас вот 2,5 сантиметра. То есть подошву я получу, вот когда вот так буду сшивать, шириной 5 сантиметров. Этого вполне хватает на все размеры. От 0 до годика. Так, работу поворачиваем. Значит, теперь нам нужно сделать рубчик. Для рубчика я перехожу на светлый цвет пряжи. Тоже беру ниточку в 2 сложения. Вот эту ниточку мы пока не обрезаем. Вот нить 2 сложения. И чтобы наши кромки были красивыми и одинаковыми, это очень важно при сшивании таких вот пинеток. Поэтому я крайнюю кромку, вот чтобы перейти я, вот петелька, наша кромка, я провязываю на ряд ниже, спуская спицу, провязываю вот этой новой нитью лицевой. То есть получается, что я последнюю петлю уже провязала новой нитью. Так, значит, вот этой нитью нам нужно провязать 2 ряда лицевыми петлями. Это 9 и 10 ряды. Значит, крайние есть кромочные, дальше все петли я провязываю лицевыми. Это у меня сейчас 9 ряд. С лицевой стороны я вяжу лицевыми до конца ряда. Так, вот я белой ниточкой провязываю все петли лицевыми, а последнюю изнаночной. Видите, кромка у нас с каждой стороны становится вот светлой. Когда мы будем сшивать, вот эти кромки должны совпасть. Так, теперь работу поворачиваем. С изнаночной стороны 10 ряд. Первую петельку снимаем и все петли провязываем лицевыми. Таким образом я получу вот такой рубчик молочного цвета, провязав всего 2 ряда лицевыми петлями. И так до конца ряда. Вот 10 ряд я довязываю лицевыми до последней. Последнюю изнаночную, да, кромку я уже буду вязать нитью розового цвета. Вот подхватываю розовый цвет нити и провязываю петлю изнаночной. Таким образом я перейду на розовый цвет нити. Вот, работу поворачиваем. Так, теперь розовым цветом нити я вяжу 6 рядов платочной вязки. Сейчас у меня это 11 ряд, значит, розовый цвет нити, вот он. 6 рядов платочного узора. Платочный узор — это все петли лицевыми. Так, чтобы не перекрещивать ниточки с другой стороны. Вот теперь первую я снимаю. Видите, она уже розовая у нас. И каждую петлю я вяжу лицевой. Значит, 6 рядов. Это 11, 12, 13, 14, 15 и 16 ряды. 6 рядов лицевыми петлями. Вот 6 рядов провязаны платочным узором. Смотрите, мы больше
я больше розовой нитью вязать пинетку не буду, то есть я должна отрезать ниточку. Но вот этот весь шов я буду сшивать именно розовым цветом нити. Поэтому я оставляю вот длинный конец для сшивания и тогда обрезаю ниточку. Так, дальше мы должны провязать еще один вот такой рубчик молочным цветом нити. Молочный цвет нити мы не обрезали, вот он у нас. Мы его подтягиваем вверх. И последнюю кромку, вот, я спускаюсь на ряд ниже и провязываю лицевой. Вот так. Все, так, у нас 16 рядов, 17, 18 ряды, все петельки лицевые. Уже молочным цветом нити. Туда и обратно я делаю еще один рубчик. То есть вот это 17 ряд я вяжу лицевыми до конца ряда. А последнюю кромку я буду вязать изнаночной петлей. Это с лицевой стороны. И с изнаночной стороны 18 ряд. Первую петлю снимаем. Все петли я вяжу лицевыми до конца ряда. Так, вот довязываю 18 ряд. До последней кромку тоже вяжу изнаночной петлей. Есть у нас второй наш рубчик. Так, белый цвет нити тоже обрезаем. Если бы все вязали розовой нитью, вы бы перешли сейчас на розовую и дальше заканчивали уже розовым цветом нити. Мне вот эти два моточка пока уже не нужны. Я их откладываю, перехожу на вот эту ниточку. Так, значит, я беру нить в два сложения. Опять же, вот. Сейчас у меня 19 ряд. И я провязываю вот серый цветом нити. Так, соединение все то же самое. Вот кромка, спускаюсь на ряд ниже и провязываю лицевой. То есть я перешла вот таким способом на новую ниточку. Так, дальше 19 ряд, все петли лицевыми. Вот каждую петлю провязываю лицевой. Это у меня сейчас 19 ряд. Так, я лицевыми вяжу до конца ряда. Вот довязываю 19 ряд нитью серого цвета до последней. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, и 20 ряд я поворачиваю в изнаночную сторону, тоже вяжу лицевыми. Первую петлю снимаю, каждую петельку провязываю лицевой до конца ряда. Довязываю нитью серой все петельки лицевыми до последней. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, стягиваю ниточки. Вот, они сразу у меня все фиксируются вот здесь. Работу поворачиваем. Значит, 20 рядов провязано. Дальше, начиная с 21 ряда, мне нужно делать здесь убавление. Убавки для верха стопы. Для этого мне нужно вычислить центральную петельку. Помните, вот эта петелька центральная. У нас всего сейчас 51 петля после всех прибавок. Вот центральная петелька. Вот это должна быть. Это 26 петля от края, то есть 25 петель должно быть. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 5. Вот 26 петля, я в нее поставила маркер. Так, это центральная петля, значит, справа и слева от центральной петли я делаю убавки. Ее всегда провязываю только лицевой, над ней убавку я не делаю. Итого, мне в следующем ряду нужно убавить 6 петель по центру. Это у меня 21 ряд. Значит, крайнюю кромку я снимаю. Вяжу 14 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать и 14. 14 лицевых петель. Так, делаем убавки. 2 вместе лицевой провязываю с уклоном вправо. Это убавили первую петлю. Дальше 2 лицевые. Снова 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Это я убавила вторую петлю. 2 лицевые. И 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Снова слева направо 2 петельки провязываю вместе лицевой. Это я убавила третью петлю. Вот 3 петельки я убавила до петли с маркером. Петлю с маркером провязываю лицевой. Таким же способом 3 петельки после петли с маркером. Только убавку уже буду делать влево. Значит, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Первую петлю снимаем как лицевую. Вторую провязываю лицевой. Снятую перебрасываем на провязанную. 2 вместе лицевой с уклоном влево. 2 лицевые.
Снова 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю. 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Значит, 3, 4, 5 петель мы уже убавили. 2 лицевые. И 6-ю петлю убавляем. Снять петлю. 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Здесь у нас должно остаться 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и вот 14. Кромку я вяжу изнаночной петлей. После 21 ряда у меня на спицах получается 45 петелек. Так, работу поворачиваем. Дальше я 3 ряда вяжу просто лицевыми, то есть 22, 23, 24 ряды, просто лицевыми петлями. Первую петлю снимаю, все петельки я вяжу лицевыми до конца ряда. Никаких убавок в этом ряду я не делаю. Просто вот каждую петлю провязываю лицевой. Вот над центральными петлями, вот это уже петли, где мы в прошлом ряду делали убавление. Видите, я сейчас просто их провязываю лицевыми и так до конца ряда. Провязала я 22 ряд лицевыми до конца, кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, 23, 24 ряды тоже все петли лицевыми, еще раз туда и обратно. 23 ряд кромку снять. Все петли провязываю лицевыми до конца ряда, а в конце кромку я вяжу изнаночной петлей. И с изнаночной стороны 24 ряд. Первую петлю снимаем, все петли я вяжу лицевыми до конца ряда. В конце 24 ряда тоже кромку я вяжу изнаночной петлей. Работу поворачиваем. Так, в 25 ряду снова делаю убавку 6 петелек вот по центру. Вот центральная петля. Справа и слева по 3 петельки я должна убавить. Крайнюю кромку снимаем. Теперь я вяжу 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Так. Начинаем убавки. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Это убавили первую петлю. 1 лицевая. Снова 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Это убавили вторую петлю. 1 лицевая. И еще раз. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Это убавили третью петлю. Центральная петля провязывается лицевой. Теперь убавки происходят у нас с уклоном влево. Так, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. 1 лицевая. Это четвертая петля убавлена. Снова 2 вместе лицевой с уклоном влево. 1 лицевая, пятую петлю убавили. И 2 вместе лицевой с уклоном влево. Это шестую петлю убавили. Так, 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Это у нас был 25 ряд. Теперь на спицах всего 39 петелек. Так, работу поворачиваем. Снова 3 ряда мы вяжем просто лицевыми петлями. Значит, это 26, 27 и 28 ряды. 26 ряд изнаночная сторона. Первую петлю снимаем, все петли довязываем лицевыми. Также я провяжу 27 и 28 ряды. То есть 3 ряда я должна вязать вот просто лицевыми петлями. Так, всего сейчас у меня провязано 28 рядов. Смотрите, у меня 39 петель. До конца я должна получить то же количество петель, что и набирала. Набирала 35, значит, должна получить вот здесь 35 петелек. То есть в следующем, это будет 29 ряд, я уже убавляю не 6, а только 4 петли. Тоже с каждой стороны вот этой центральной петли с маркером. Вот петелька центральная, с каждой стороны буду делать по 2 вместе лицевой. Итак, крайнюю кромку снимаем. Я вяжу 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 14 лицевых петель.
Так, дважды убавка вправо. 2 вместе лицевой с уклоном вправо убавили первую петлю. 2 вместе лицевой с уклоном вправо убавили вторую петлю. Центральная петелька, провязываю лицевой. Так, если хотите, вот этот маркер можете забирать. Смотрите, чтобы он не слишком растянул ваши петли. Так, в другую сторону после центральной 2 вместе лицевой с уклоном влево. Это третья убавка. И 2 вместе лицевой с уклоном влево, четвертая убавка. Вот так. Дальше довязываю лицевыми. 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В конце кромку вяжу изнаночной петлей. Это у меня был 29 ряд. Вот, всего на спицах 35 петелек. Столько же петель, сколько мы набирали изначально. Так, работу поворачиваем. 30 ряд, изнаночная сторона. Первую петлю снимаем. До конца ряда все петельки я провязываю лицевыми. Итак, до конца ряда. Довязываю 30 ряд лицевыми, кромку в конце вяжу изнаночной петлей. Так. Смотрите, дальше мы должны сделать ряд, где мы будем вставлять наши завязки. Если они будут нужны, чтобы мы могли вставить завязки, я делаю вот один такой ряд. Это 31 ряд, лицевая сторона. Первую петлю снимаю. Так, смотрите, я вяжу 2 петельки вместе лицевой. Вот. И делаю накид. И так до конца ряда. 2 вместе лицевой. Накид. 2 вместе лицевой. Накид. И так все петельки провязываю по 2 вместе лицевой. Так, вот 2 вместе лицевой. А после убавки накид. То есть количество петелек я не поменяю, но получу отверстие, в которое потом смогу вставить шнур. Так, 2 вместе лицевой накид. Когда осталось 2 петельки, предпоследняя лицевая, кромку я вяжу изнаночной петлей. Вот так получается у нас, вот с одной и с другой стороны. Так, 32 ряд. Повернули вязание, все петельки я вяжу лицевыми. Крайнюю петлю снимаю, все петельки провязываю лицевыми. Так, до конца ряда. Так, довязываю лицевыми до последней, кромку вяжу изнаночной петлей. Такой у нас 32 ряд. Так, вот лицевая сторона. Вот какие отверстия мы получили, куда мы сможем вставить завязки. Так, вот. Вот так выглядят вот эти отверстия. Дальше наш манжет. Смотрите, манжет мы будем вязать на чуть-чуть больше количества петель. Я добавлю 6 петелек для того, чтобы манжет не был стянут, а был вот такой свободненький. Значит, 6 петелек мне нужно добавить. Сейчас у меня 35 петель. То есть это через каждые 5 петель я должна добавить петельку. То есть 5 петель добавить, 5 добавить, 5 добавить, и в конце еще 5 у меня останется. Я вяжу еще один ряд. Этот ряд у меня с лицевой стороны, где добавляю петли. Так, крайнюю петлю снимаем. Это уже будет первая петля. Провязываю вторую, третью, четвертую и пятую. То есть кромка и 4 лицевые. Тогда прибавляю петлю. Прибавляю петлю вот так просто, чтобы не деформировать предыдущий вот этот ряд. Просто от рабочей нити. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавляю вторую петельку. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Прибавляю третью петлю. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавляю четвертую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавляю пятую петлю. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. И прибавляю последнюю шестую петлю. В конце осталось 5 петелек. Провязываю 4 лицевые. И в конце кромку изнаночной петлей. Все.
я получила 41 петлю вот на спицах. То есть прибавлено у меня все петельки, которые нужны. Так, ниточку обрезаем так, чтобы конца вот этой нити хватило вот этот участок сшить. То есть я не слишком длинный конец оставляю, вот так мне полностью хватит. Все, смотрите, вот эту деталь нам нужно просто отложить в сторону. Манжет мы начинаем вязать вот свободно, затем соединяем к той детали. Так, девочки, чтобы не забирать спицы отсюда, я беру вот дополнительную пару спиц, прямые спицы того же размера, 3,5 мм. Тоже ниточка в два сложения у меня. И набираю 41 петлю. Здесь у меня 41, и 41 я должна набрать для своего размера. Петли так же, как и раньше, набираю классическим способом набора. Вот так. 41 петлю нитью серого цвета я набираю на 2 спицы. Так, набрала я 41 петлю, значит, я буду вязать узором плетенка, и мне нужно распределить узор так, чтобы вот эти 3 лицевые, да, узор, соответственно, 7 изнаночных, 3 лицевые, были по центру. Я себе рассчитала, что на мое количество петель я должна начинать с одной лицевой. Так, первый ряд у нас будет с лицевой стороны, кромку я снимаю, значит, начинаю 1 лицевая. Так, теперь раппорт узора. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных петель. 3 лицевые. 1, 2, 3. Так, 3 раза. Это был первый раз. Второй повтор. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 лицевые, вот раз, вот эта центральная петля, 2 и 3. То есть вот эти 3 будут по центру соединяться с теми тремя под центральными петлями. Это был второй повтор. Третий повтор, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 лицевые. Вот, 3 повтора мы сделали, затем 7 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, что-то у меня петелька вот раздвоилась. Есть 7 изнаночных, предпоследняя лицевая, кромку я вяжу изнаночной петлей. То есть я так распределила, что у меня вот начинается, заканчивается с одной лицевой петли. Так, работу поворачиваем. С изнаночной стороны первую петельку снять. Второй ряд вяжу 1 изнаночная. Затем раппорт узора 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Так, 3 раза. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 изнаночных, 1, 2, 3, это второй повтор, снова 7 лицевых, это 3, 4, 5, 6, 7, и 3 изнаночных, 1, 2, 3, это третий повтор, в конце у нас 7 лицевых, и вместо 3 1 изнаночная, кромку тоже вяжу изнаночной петлей. Это у нас все второй ряд. Работу поворачиваем. Так, третий ряд вяжется как первый. Третий ряд с лицевой стороны. Крайнюю петлю снимаем. Начинаю с одной лицевой. Дальше трижды повторяю 7 изнаночных петель. Вот это 3, 4, 5, 6, 7. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. Так, 3 раза. Вот я узор повторила трижды, заканчиваю 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 лицевая вместо 3, кромку изнаночной петлей. Это у нас третий ряд узора. Работу поворачиваем. Четвертый ряд, изнаночная сторона, кромку снять. В четвертом ряду все петельки я провязываю изнаночными. Вот каждую петлю, и те, что лицевые, и те, что изнаночные, я вяжу просто как изнаночные петли. И так все петельки изнаночными до конца ряда.
Вот четвертый ряд, все петли довязываю изнаночными, предпоследняя изнаночная, кромку тоже вяжу изнаночной петлей. Так, начиная с пятого ряда, с лицевой стороны, я весь рисунок смещаю по симметрии. То есть вот эти три лицевые смещаются сюда у нас по центру. А над тремя лицевыми будет уже вязаться вот эта изнаночная. Пятый ряд у нас с лицевой стороны. Итак, кромку снять. Вяжу 3 изнаночных, это петельки вне раппорта. Вот 1 изнаночная, 2 и 3. Так, дальше раппорт узора. 3 лицевые. 1, 2, 3. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последние 10 петель мы повторяем трижды. То есть снова 3 лицевые, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это второй повтор и третий повтор. 3 лицевые, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В конце заканчиваю 3 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3 и кромку. Кромку тоже вяжу изнаночной петлей. Так, это был пятый ряд. Смотрите, весь рисунок сместили по симметрии узор. Так, шестой ряд с изнаночной стороны. Петлю первую снимаем. Я вяжу 3 лицевые. Затем трижды буду повторять. Так, у нас 3 изнаночные и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, 3 раза. Так, что у нас в конце? В конце у нас 3 изнаночные, 3 лицевые. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, это у нас все был шестой ряд с изнаночной стороны. Так, седьмой ряд с лицевой стороны вяжется так же, как мы вязали пятый ряд. Первую петлю снять. Вне раппорта у нас 3 изнаночных петли. Дальше трижды повторяем 3 лицевые и 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так 3 раза. Вот я повторила рисунок трижды. Заканчиваю 3 лицевые и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Кромку вяжу тоже изнаночной петлей. Так, это у нас седьмой ряд. Смотрите, нам нужно провязать до конца раппорта еще один восьмой ряд с изнаночной стороны. Вы уже догадались, что он будет, как и четвертый, изнаночными петлями. То есть восьмой ряд мы все петельки вяжем изнаночными, но одновременно я манжет буду соединять с самой пинеточкой. Вот так, видите, манжет будет немножко накладываться. То есть изнаночный ряд будет у нас общий. Здесь мы закончили тоже лицевой ряд. Вот так я поворачиваю изнаночной стороной к нам. Смотрите, сначала должен быть манжет, это лицевая сторона, пинетка. Повернула с изнаночной стороны, сначала нам пинетка изнаночной стороны к нам, затем манжет тоже изнаночной стороной к нам. Так, если мне по рисунку нужно сейчас провязывать изнаночными, значит я все петельки по 2 вместе изнаночными должна провязать. Рабочую нить наперед, значит кромка, кромку тоже, вот 1 петелька, 2, 2 кромки, я вяжу их 2 вместе изнаночной петлей и снимаю с обеих спиц по одной петли. Следующая петля вот на одной спице, на второй спице, вот 2 петельки провязываю вместе, так где там, 1, 2 вместе изнаночной и снять с двух спиц. Следующее 1, 2, 2 вместе изнаночной, снять со спиц. 1, 2, 2 вместе изнаночной, снять со спиц. 1, 2, 2 вместе изнаночной, снять со спиц. Так, смотрите, у нас дальше вот эта петелька, которую мы прибавили. Видите, если бы мы ее не прибавили, нам бы не хватило петель. Вы скажете, что можно бы просто было одну изнаночную провязать, но тогда бы здесь было еще дополнительное отверстие, нам оно не нужно. Так что я вот эту петлю и вот эту новую прибавленную петлю, вот она, тоже провязываю как 2 вместе изнаночной петлей. И снимаю со спиц. 2 вместе изнаночной, снять со спиц. 2 вместе изнаночной,
снять со спицы. И так до конца ряда. Все петельки, это по 41 петли на каждой спице, я провязываю по 2 вместе изнаночной. Вот все по 2 вместе провязала. Вот как все получается. Предпоследние 2 петли провязываю вместе изнаночной. Так, и вот 2 кромки. 2 кромки тоже я вяжу вместе изнаночной петлей. Вот как весь наш рисунок выглядит с лицевой стороны. Вот видите, такой манжет у нас сюда заворачивается. Дальше вот эти 8 рядов, это один раппорт узора. Мы повторяем высоту до желаемой высоты манжета. То есть вот дальше я вяжу как первый ряд. Первый ряд у нас было кромку снимаем, мы начинали с одной лицевой, а затем 7 изнаночных чередовали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и тогда 3 лицевые. 1 лицевая, 2 и 3. То есть видите, снова все по симметрии у нас сходится, как вот этот край. Так, мы дальше вот эти 8 рядов и повторяем высоту. Так, девочки, смотрим. Первые 8 ряды, вот 1, 2, 3, что я повторила. Затем первые 3 ряды повторила еще один раз. Вот такая сейчас у меня деталь. Вот отверстия мои. Вот с изнаночной стороны. Так, последний у меня провязанный лицевой ряд. Дальше с изнаночной стороны я буду просто закрывать петли. Петли будем закрывать как изнаночные. Так, первую петельку снять, перевести наперед перед вязанием рабочую ниточку, вернуть петлю, провязываю ее со следующей петлей вместе изнаночной. Так вот, 1, 2, вместе изнаночной петлей. Теперь снять петлю, которая у нас на спице, вернуть обратно и провязать ее вместе со следующей петлей вместе изнаночной. Снова вернули 2 вместе изнаночной, вернули 2 вместе изнаночной. Итак, я закрываю все петли, провязываю их по 2 вместе изнаночной с предыдущей петлей. Вот такой закрытый край получаю. Вот он с лицевой стороны. Итак, закрыть все петельки. Последние 2 петельки провязываю как 2 вместе изнаночной. Вот закрыты все петли. Вот мы с лицевой стороны. Так, ниточку обрезаем. Нам нужно будет вот этот край сшить. То есть вот этот край мы будем сшивать вот этой ниточкой, что здесь осталось. И оставляем конец на вот этот край. Тоже не слишком длинный конец нити оставляем, чтобы вот это все сшить. Так, конец нити продеваем в последнюю петельку и стягиваем. Значит, вот такое полотно мы получили в итоге. Ширина нашего манжета получается 18 сантиметров. Это на размер 6 месяцев. Вот. Так, дальше мы должны сшить. Вот сшиваем. 1, 2. Сшивать будем все с помощью иглы, используя вот эти концы нити, которых у нас сейчас предостаточно. Итак, манжет сшивается отдельно. Пинетка сшивается отдельно. Я начинаю с пинетки, использую вот этот конец пряжи, чтобы сшить вот этот кусочек. Так как у меня пряжа нитью 2 сложения, так я нитью 2 сложения и буду сшивать. Так, вот петельки. 1 и 2. Сразу под соединением манжета. Вот так я соединила. Вот кромки наши. С одной стороны и с другой. Я буду сшивать за крайние петельки кромок. Смотрите, крючок, иглу я ввожу в крайнюю петельку кромки с одной стороны, вот крайнюю, и вывожу вот так в другую сторону, в другой петельки. Все стягиваю. То же самое делаю с другой стороны. Вот первая кромка, вот вторая. Здесь завела крючок, здесь вывожу с другой стороны. Все стягиваю. Так, прошлый раз отсюда я вывела иглу, значит сюда я иглу завожу, а со следующей кромки вывести иглу, стянуть. Отсюда я вывела прошлый раз, теперь сюда завожу, со следующей кромки вывести иглу. И так я сшиваю с одной стороны, подхватывая кромки, с другой. Каждый раз я ввожу туда, откуда вывела, а вывожу со следующей. 1 и вот 2.
Снова раз и два. Так я сшивать буду только вот этот цвет. Цвет, который вот вязала, им и сшиваю. Так, вот раз. Два. Все, дальше я не перехожу. Здесь фиксирую. Вот эти концы нити мне желательно стянуть. Тоже зафиксировать. Вот так я получила вот этот кусочек. Так, сразу все ниточки, которые я дальше не буду использовать, я прячу. Я вывожу нить в изнаночную сторону. Вот шовчик с изнаночной стороны. Чуть-чуть отходя от шва, чтобы не уплотнять наш шов, я вот так прячу ниточку. Несколько раз прошивая вот петельки. Все, так ниточка фиксируется у нас. И конец обреза. Также можно прятать с помощью крючка. Вот этот конец я не буду использовать. Я должна его стянуть. Тоже зафиксировать. Вот. Давайте с другой стороны полотна будем прятать. Вот так и между петельками. Так, чтобы в итоге у меня ни одного конца нити не торчало. Ни с изнаночной, ни с лицевой стороны. Все, когда мы все зафиксировали, мы обрезаем остатки. Вот. Так, пока белый цвет мы оставляем. Я отправляю вот так в изнаночную сторону и оставляю там. Перехожу на розовый цвет нити. Розовым цветом нити я должна вот так все сшить до конца. Значит, вот это мы уже не трогаем. Розовым цветом нити я должна все сшить до конца. Значит, подтягиваем вот белые петельки вместе. Дальше. Завожу иглу в белую петлю, вывожу со следующей розовой. С одной стороны завести в белую, вывести со следующей розовой. Так удобнее будет вот раз и два. С другой стороны все стянуть. Отсюда вывела, теперь сюда завожу, со следующей вывести с одной стороны. То же самое вот с другой стороны. И стянуть. И так дальше. Я все то же самое продеваю, прошиваю только уже нитью розового цвета. Вот, видите? И так дальше до конца. Так, я перешла уже фактически на подошву. Смотрите, с подошвы вот наша крайняя петелька, где мы набирали. Значит, вот эту петельку мы оставляем, чтобы она нам имитировала платочную вязку. А подхватываю я вот внутреннюю петлю. То есть, так, где у нас сейчас? С этой стороны. Значит, сюда я вот завожу иглу. А со следующей петельки вывожу. Видите, вот эту я оставила крайнюю, подхватила внутреннюю. То же самое здесь вот завела и со следующей вывела. И так дальше. Раз, два с одной стороны. Раз, два с другой стороны. Вот. Так полностью закончить шов. Так, довязываю я последние петельки. Вот такой получаю шов на подошве. Теперь ниточку с иглой вывожу в изнаночную сторону. Вот. С изнаночной стороны вот это все нам нужно тоже закрепить. Все как ранее. Так, вот как оно все пока выглядит с изнаночной стороны. Швы вот эти совсем не плотные. Так, вот эти ниточки нам нужны тоже. Мы выворачиваем все в лицевую сторону. Смотрите, вот здесь у нас совсем некрасивые вот края. Смотрите, какие края я сделала здесь. То есть как-то вот загладить шов нам поможет как раз вот эти ниточки. Белую нить я вывожу в лицевую сторону. Вот. И просто имитирую здесь несколько стежков. Использую я тут же крючок. Вот так.
вернуться. Два. Так, теперь осталось шить сам манжет. Манжет сшиваем все так же. Я соединяю вот две кромки вместе. А затем, как раньше, сюда завожу. Со следующей петельки вот так вывожу иглу с одной стороны. Здесь тоже в эту завожу иглу, со следующей вывести. Раз, два с одной стороны. Раз, два с другой стороны. И так весь шов манжета, все то же самое сшиваю. Так, еще раз проверьте с изнаночной стороны, вот эта изнанка, что у вас нет никаких левых ниточек. Так, смотрите, теперь у меня вот такой интересный вот здесь переход. То есть даже если вот без ножки, у меня, видите, прямой переход между самым следком и подошвой. Это я добилась благодаря вот этому рубчику. Вот этот рубчик с изнаночной стороны. Вот видите, как он выглядит. И я просто вот так здесь подшила. Вот как он здесь выглядит. То есть вот эти два края я подшила вместе, отправив вот этот рубчик туда. И таким образом сделав прямой угол между подошвой, видите, и самым следком. Давайте вот с лицевую сторону и этот следок отправлю, чтобы вы проверили разницу. Вот видите, здесь вот так оно все более круглое, а здесь более стоит вот под прямым углом. Так, как этого добиться? Еще раз. Выворачиваем пинеточку в изнаночную сторону. Я беру иглу, уже нить в одно сложение, не в два, в одно. Этот шов должен быть максимально тонким. Соединяю ниточку вот здесь на шве. И теперь вот первый рубчик. Вот эти и вот эти петельки белые мы прошиваем вместе. Вот смотрите, подхватываю одну белую петельку, вторую прошиваю вместе. Следующую белую петельку раз, и вот это два, прошиваю вместе. Раз, два, прошить вместе. Раз, два, прошиваю вместе. Нитью в одно сложение, чтобы шов был тоненьким-тоненьким. Вот так полностью до конца ряда. Вот эти две кромки прошиваю вместе и получу очень хороший такой эффект, когда подошва будет не полукруглая, а именно будет вот этот кут между подошвой и самым следком. Такой вам маленький секретик открою. Вот видите, и так до конца ряда. Пинеточку также украшаем вот таким цветочком. Как вязать данный цветок, я показывала в предыдущем видео. Я вот связала и просто завязала его с изнаночной стороны. Так, и не забываем о завязках. Если вам нужны завязки, мы их вяжем белым цветом пряжи, я вязала ниточкой в два сложения. Для завязок беру крючок 2,5 мм и просто набираю цепочку из воздушных петель. Вот первая петелька, захватываю рабочую нить, продеваю через петлю на крючке. И так дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так дальше. Всего я набираю 100 воздушных петель. 100 воздушных петель, это я получаю длину завязки примерно вот 50 сантиметров. Так, дальше. Конец нити обрезать, вытащить, вот получаю такой шнур, и вставлять его буду пинеточку. Начинаю вставлять сзади. Вставлять тоже буду с помощью крючка. Вот последняя ячейка наша, другой стороной крючка, вот так завожу сюда максимальное количество дырочек. И затем протягиваю вот наш шнур. Есть. Уже меньшим крючком я вот эти остатки нити буду прятать. Чтобы такого не было, видите, у меня здесь вот красиво без остаток нити. То есть я вот так крючком делю ниточку на две части. Одну в одну сторону цепочки, уже меньшим крючком прячу, другую в другую.
Вот, и осталось обрезать. Вот. Также другую половинку вот в другую сторону. И то самое я делаю с другой стороны. Для другой завязки. Слитки я вяжу на размер 6-месячного ребенка. Если вам нужен размер поменьше или побольше, переходите на сайт пряжа.ру. Ссылочка есть под этим видео. Там я дам описание на размер больше или меньше. Этот размер на 6 месяцев. Так, обязательно проверьте, нужны ли вам вообще вот эти завязочки, так как обычно без завязочек они держатся очень хорошо. Значит, вот такие пинеточки мы получили, вот раз-два, они очень теплые, они очень хорошо подойдут вот на холодную осень. Если на зиму, то вам уже нужно что-то еще сверху, еще теплее, хотя смотря у кого какие зимы, да. Всем спасибо, с вами была Катерина Мушин. Это канал Школы вязания «Наша пряжа». Всем большое спасибо за ваши комментарии и что делитесь своими работами. До новых встреч!